Итак, всем привет! Вы на канале Умный Кот ТВ, с вами Макс. И сегодня я вам расскажу, как в очень-очень быстрый срок набить, например, вот 277 левел. Представляете? Я вот его набрал примерно за час. Вот. Заходим, выбираем персонажа, который у вас совсем не прокачан, например. Подключаемся к серверу и прописываем IP. IP там вы можете найти на сайте, сейчас я вспомню, cubeworldservers.ru, как-то вроде так, я точно не помню, IP будет в описании, IP, извиняюсь, сайт будет в описании, там вы можете найти IP. Так вот, подключаемся к серверу и ждем. У нас, у меня, конечно, пишет please wait, нужно подождать немного. Ну, да, ну, не немного, честно говоря. Вот, как вы можете видеть, тут есть люди, у которых вот 500 левел, 4000 хп. Вот, просто отбегаем. Видите, тут очень много народа. Выбирайте сервера, где очень много народа. Вот. И что нам нужно делать? А нам ничего не нужно делать, друзья. Да, вот просто ничего не нужно делать. Как это работает? Вы знаете, что на серверах, так же как и в одиночке, есть боссы. Боссы. Вот, люди для того, чтобы качаться, идут на боссов, так как босс это очень быстрый кач. Вот так вот, убил одного и левел 2 дает. Но, чем больше людей на сервере, тем больше дает опыта. Например, мне давало 50 опыта, когда я играл с друзьями, нас было трое, давало уже 200 опыта. Так что вы можете подсчитать, тут вот столько народа. Вот. Так что, если тут много народа и кто-то убьет босса, опыт дает всем. То есть, вам нужно просто вот бегать на сервере, можете кого-то бить. И когда кто-то убьет босса, ну, я, наверное, до этого дожидаться не буду просто, тогда вам даст опыт. Опыта мне на этом сервере давало за один раз, ну, не знаю, левелов на 50. Вот так вот. Одного босса кто-то убил, и мне 50 левелов дало. Это просто отлично. Да. Вот кто-то тут прячется. Ну, прячься, прячься. А так. Вот. И я думаю, я тут вставлю какой-то момент с прежнего видео, где мы с Саней играли, и нам дался левел. Как в доказательство этого, этих моих слов. Потому что все-таки есть люди, что могут не поверить. А мне просто... Ну, я не хочу ждать. Это... Когда мы зашли, мы ждали минут 5 или 10 на сервере. Но это может длиться до минут 20. Если хотите как бы ускорить этот процесс, то помогите другим людям убивать босса. Плюс вам, возможно, даст больше опыта. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте. Всем до скорого, всем удачи, всем пока.